Центр избирком Украины продолжает подсчет голосов избирателей ключевых районов страны. В свою очередь, оппозиция уже успела назвать нынешние выборы ярким примером фальсификации со стороны правящей партии. Активисты оппозиции заявляют, что на многих участках права избирателей были нарушены. Они подвергались нападениям со стороны полиции. Западные наблюдатели назвали парламентские выборы несправедливыми, добавив, что тюремное заключение Юлии Тимошенко, главного соперника президента, и непрозрачный процесс голосования является шагом назад от демократии.